anybody going to listen to my story all about the girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it make you sorry. 60-е. Холодным весенним вечером двое молодых людей опоздали на электричку. Брать на ночлег двух незнакомцев никто не хотел, поэтому юноши решили пойти на обман. Именно так один из главных героев, Сарафанов, обретает старшего сына, а его дети Васенька и Нина, брата. Для театра имени Аронецкой этот спектакль премьерный. Подготовка длилась не один месяц. Примечательно, что в старшем сыне играют и актеры старой закалки, и совсем юные артисты. Такой синтез позволил пьесе задышать по-новому. Очень интересно всегда, когда состав разноплановый, потому что если в спектакле играет только молодежь или только, скажем так, старая школа, то это несколько обкрадывает спектакль. У нас вообще студенты в нашем спектакле, и мы стараемся как-то их поддерживать, как-то им всячески помогать, поэтому у нас все обоюдное, и мы команда. Оценить пьесу, игру актеров и работу режиссера зрители смогут уже в ближайшую субботу. Александра Комплеева, Роман Донец, Первый Приднестровский.